Вот я закрепил огурцы и теперь их опускаю. Между двумя магнитами прижал. Вот он сразу подошел. Знает, что это его порция. Раз, два. Глаз у него от стресса так и не проходит, наверное, на всю жизнь останется. Потому что уже, наверное, 4 месяца точно. Ну, конечно, этот пузырек, глаз теперь стоит на месте его. Видно, что он функционирует. Я не могу туда ближе камеру поднести, потому что там магнит. Очень смышленый парень. Он хитрит по-всякому. Здесь еще были собачки две. Вот он с ними прям играл по-настоящему. Я даю им прям земляных червяков полностью с землей, не очищая. Если попадается мне червяк, то я ему приношу сразу и скармливаю. Он с удовольствием проглатывает. Вместе с землей там попадают все питательные вещества и таблица неорганические. Все, что может быть в земле с червяками, он у меня получает. Ну, вот так приблизительно мы кушаем огурцы. Через пару часов от них ничего не останется. Здесь хочу показать, у меня продвижение в ремонте. Стенки ровные уже, беленькие. Нужно будет собирать, розетки устанавливать. После 20 числа придет кафель, положу здесь пол и будут заноситься все аквариумы, которые на улице стоят у меня без дела, заливаться. Здесь регуляторы для отопления в полу, крышки нужно будет поставить. Вот так будет выглядеть это. Комната. Пока что все находится у меня здесь, в предбаннике. Уже скоро год в этом состоянии. Ну ничего, осталось немного. Здесь постелить полы и можно собирать уже полки для аквариумов. Видите, здесь крепления будут. И эти аквариумы пойдут на стеллажи. Эти аквариумы пойдут на стеллажи, на свои места. И я, соответственно, смогу рассадить весь тот стресс, который у меня накопился в этих аквариумах за год. Рассадить кораллы, рассадить водоросли, рассадить рыбок. Можно начать фрагментировать разросшиеся кораллы, которых у меня очень много, вы видите. Ну, банки не чищены. Сегодня буду чистить. Вот, давайте, здесь стоит доливка в тот аквариум. Тут привет вам передает рыбачок. Все, пока, до свидания.